оккультных наук. Каких наук? Оккультных. Да, я скажу. Ну, когда я слышал, они, это типа магии. Да. Потом... работает довольно долго. Я тебе рассказывал анекдот специально. Ты меня подбила два раза, что я тебе рассказал. Один и тот же анекдот. Ты подбила меня два раза. Я вот стою как дебил сейчас, и сам смеюсь. Да. И не надо, уберите камеру. Девушка, уберите камеру. И не нравитесь вы вообще. И вы мне не нравитесь со своей черненькой маечкой, с вашими сережками. Ну, короче, говорим. Значит так, дети, внимание на доску, задача простая, внимание на доску. Из пункта АД. АД. Извините, бывает. Значит так, из пункта А в пункт Д едет старый жировой механизм и кровоточит. И там дальше что-то уже было, надо показывать. Я такой... Ну, ты голодный, тебе надо покушать. Покушать. Ты именно агрессивно. На 30 ты убил, пожалуйста, я сейчас разнесу всю кухню. А нам орешков дадут? Ты Лёшу узнал? Ай-е-е. Реально чикен? Где? Кто нас берет обитать? Я. Посмотрите. Аэропорт меню. Значит, у нас первый. Спаси Шанхай Вонтон. Что такое Спаси Шанхай Вонтон? Вот. Это нормальный дубль. Слушай, какой у вас классный. Это же как-то полезно для здоровья. А ну так это ж, это ж. А вот этого не надо. Чек посадить. Кого-нибудь куда-нибудь. Не знаю. Кстати, нормальные бары должны быть. Ой, блин. Я в прошлый раз, когда летала... Ну, надо по интернешнл, когда идешь. Я там пару. Я когда буду заводить, я буду с тех пор вообще уже съел. Сиера. А, Сиера, да. Мне тут просто раз как выглядит. Ну, какой-то такой... Ну, мне прикалывается. Вот это я... Будет здорово. Вот это я через 30 лет. Такой же желтый, сморщенный, но все еще костлявый. Зашибись. Thank you. Ну что, заполет, чтобы все было нормально? Погоди. Заполет. В очередь только на дети. В очередь только на дети. Вот это половина. Попалась тебе, говорит. На ебер. Да я вам порожу, что на ебер. Где половина? Ладно, господа, за поездку. За поездку. Ну. Салют. Всегда сняли. Как это пиво называется?